Приготовьтесь, пожалуйста, к практике. Ложитесь на спину в шавасану. Устройтесь удобно, чтобы вам ничего не мешало и не пришлось двигаться во время практики. Ноги расставлены друг от друга, руки слегка отведены от корпуса, ладони смотрят вверх. Закройте свои глаза и начните дышать животом. Дышите глубоко и с каждым выдохом представляйте, как все ваши волнения и заботы выталкиваются прочь и рассеиваются. Мысленным взором начните просматривать все ваше тело от макушки до кончиков пальцев рук и ног. Постарайтесь почувствовать и осознать, как ваше тело постепенно начинает расслабляться часть за частью. При этом не совершайте никаких дополнительных движений. Сейчас вся ваша активность должна быть сведена только к слушанию голоса инструктора и осознаванию того, что он говорит. Постарайтесь не анализировать то, о чем говорит вам голос, так как это может вызвать состояние беспокойства, что помешает процессу умственного расслабления. Просто следуйте за голосом как можно более внимательно. Но если какие-то мысли все же будут возникать во время практики, постарайтесь на них не отвлекаться и продолжайте практику. Направьте все свое внимание на ваше тело. И сейчас я буду называть участки тела. Следуйте своим вниманием по ним за моим голосом. Переместите внимание в вашу правую руку. Большой палец правой руки. Верхушка пальца, ноготь, первый сустав и основание большого пальца. Второй палец. Кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание второго пальца, третий палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание третьего пальца, четвертый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание четвертого пальца, пятый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание пятого пальца,
ладонь, ее тыльная часть, запястье, внешняя сторона предплечья, тыльная сторона предплечья, локоть, внутренний сгиб локтя, плечо, подмышка, боковая сторона туловища, талия, тазобедренный сустав, бедро, подколенное сухожилие, коленная чашечка, икроножная мышца, голень, лодыжка, пятка, стопа, подъем стопы, большой палец, кончик большого пальца, ноготь, первый сустав, основание большого пальца, второй палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание второго пальца, третий палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание третьего пальца, четвертый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание четвертого пальца, пятый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание пятого пальца. Переходим к левой стороне. Большой палец левой руки, верхушка пальца, ноготь, первый сустав, основание большого пальца, второй палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание второго пальца, третий палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав,
второй сустав, основание третьего пальца, четвертый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание четвертого пальца, пятый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание пятого пальца, ладонь, ее тыльная часть, запястье, внешняя сторона предплечья, тыльная сторона предплечья, локоть, внутренний сгиб локтя, плечо, подмышка, боковая сторона туловища, талия, тазобедренный сустав, бедро, подколенное сухожилие, коленная чашечка, икроножная мышца, голень, лодыжка, пятка, стопа, подъем стопы, большой палец, кончик большого пальца, ноготь, первый сустав, основание большого пальца, второй палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание второго пальца, третий палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание третьего пальца, четвертый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание четвертого пальца, пятый палец, кончик пальца, ноготь, первый сустав, второй сустав, основание пятого пальца,
Правая лопатка. Левая лопатка. Правая ягодица. Левая ягодица. Правая сторона спины. Левая сторона спины. Позвоночник. Шея. Вся задняя часть туловища. Макушка головы. Лоб. Правая бровь. Левая бровь. Межбровный центр. Правый висок. Левый висок. Правый глаз. Левый глаз. Правое веко. Левое веко. Правая щека. Левая щека. Правое ухо. Левое ухо. Нос. Кончик носа. Верхняя губа. Нижняя губа. Две губы вместе. Язык. Подбородок. Горло. Правая часть грудной клетки. Левая часть грудной клетки. Вся грудная клетка. Область сердца. Живот. Пупок. Брюшная полость. Правая нога. Левая нога. Правая рука. Левая рука. Голова. Туловище. Мысленным взором осмотрите все тело. Все тело. Все тело. Проконтролируйте свое сознание и убедитесь, что вы слышите меня. Вы не спите, вы все осознаете. Прочувствуйте точки соприкосновения тела с полом. Мысленно просмотрите каждый комплекс в таком порядке. Голова и пол. Плечи и пол. Руки и пол. Спина и пол. Ягодицы и пол. Бедра и пол. Икроножные мышцы и пол. Пятки и пол. И, наконец, все тело пол. Все тело пол.
Ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте течение вашего дыхания снаружи, внутрь и обратно. Не пытайтесь изменять естественный ритм своего дыхания. Вы не совершаете никаких усилий, просто осознаете процесс дыхания. Продолжайте прислушиваться к нему. Теперь перемещайте ваше внимание на движение пупка. С каждым вдохом пупок медленно и мягко поднимается, а с каждым выдохом также медленно и мягко опускается. Спокойно наблюдайте за этим движением. Обратите внимание на устойчивый, размеренный ритм этих мягких движений. Начните отсчитывать количество ваших вдохов и выдохов в обратном порядке от 27 до 1. Таким образом, 27 пупок поднимается, 27 пупок опускается, 26 пупок поднимается, 26 пупок опускается. 25 пупок поднимается, 25 пупок опускается и так далее. Произносите слова и цифры в уме, отсчитывая вдохи и выдохи. Постарайтесь не ошибаться, и если же вы ошиблись, возвращайтесь к 27 и начинайте снова.
И где бы вы сейчас ни находились, остановите подсчет своего дыхания. Вновь переключите свое внимание на ваше тело. Мысленным взором просмотрите все свое тело от макушки до кончиков пальцев рук и ног. Если где-то в вашем теле осталось напряжение, пошлите в эту область расслабления. Своей внутренней улыбкой улыбнитесь всему вашему телу, каждому органу, каждой клеточке. Сделайте глубокий вдох и такой же плавный выдох. Почувствуйте точки соприкосновения вашего тела с полом. Пошевелите пальцами рук и ног. Потянитесь всем телом, будто бы вы только что проснулись. Помогая себе руками, повернитесь на левый бок. Побудьте в этом положении еще какое-то время. И как только вы будете готовы, помогая себе руками, садитесь в удобное положение. Практика йога-нидры закончена. Хари Ом Тат Сат.